Привет, дорогие ребята и девчата! С наступающим Рождеством! Кто отмечает по католическому календарю? Стримчик, кстати, не получился, прошу прощения, потому что стримить в Америке, в глубинке, это, не знаю, где-то, может быть, в городах. Нормально. Но нам повезло сегодня. У нас белый Крисмас, как говорится. Вот, смотрите. И когда я вышел на улицу, стрим отрубило. Вот сейчас разгораются потихонечку эти самые дровишки. Сейчас тут будет закусон, родители Лесли придут. Вот она здесь хозяйничает, вот собака. Финн, привет, как ты? Финн, давай. Эй. О, ты сладкий собака. Ну давай посмотрим на твою физиономию. О, так, продолжаем. Небольшой здесь сетап. Вы видите мою тень, одетый, сейчас на улицу пойдем. Так, здесь все классно. Там наверху тоже все нормально. Здесь пока еще не разрушили. Эльф, да, это эльф сидит? Кто этот сидит? Да, mm-hmm. Elf on a shelf. Нет, нет, на люстре. Yeah, they're called Elf on a shelf, but yeah. А, Elf on a shelf, вот. Спасибо. Ну вот, починил я нормально эти все стенки здесь, вот эти закрывающие, ну, чтобы держать, да, потому что один раз снесли совсем, не тот стул, стулья вообще должны классные, вот эти здесь быть, новая обшивочка как раз, но оказались здесь, и случайно задели, теперь стулья нормальные, здесь ништяк все. Потому что когда проходишь, то не вставляется, до конца не заходит, теперь классно все, окей? Вот, ну все здесь отгороженные животные. Кошкин дом на сегодня будет только здесь, в этой комнате. Так, на улице, ура! Вот, классно так. Вокруг лампочки здесь. Так, на улице. Как я обещал, в прошлом году я немножко сделал побольше. Ну, постепенно, мы здесь особенно не паримся. Вот, то есть... Раньше кусты здесь были, заканчивались тут, а пошли дальше туда, вот теперь. Так, подальше я отойду, сейчас сделаю. У, лампочка одна перегорела, ну ничего, поменяем. Так, далее, по списку. Вот здесь и здесь, ну это стандартные. Соседи всегда классно делают, по-моему, а может быть первый раз они новые сделали. Вот это наверху здесь, так, как всегда. Ну и панорамку сейчас вот сделаем. О, здесь лампочка в окна. А, здесь что-то тоже сидит. Ага, отлично. Ну, можно вот отсюда зайти. О, снежок, классно. Супер. Вечером мы поедем смотреть на Christmas lights. Возьму эту хорошую камеру. Ну, вот так вот, да, получше чуть-чуть выглядит, поинтереснее. Дальше туда, к дому сюда, да? Ну вот. Отлично. Ну, ребятки, еще раз, девчатки, с Рождеством вам, вас, и всего наилучшего. Будут репортажики о поездке, мы обычно ездим смотреть на эти Christmas lights. Успехов!